Доброго дня! Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересное имя Дамир. Да, то есть можно прочитать Дамиру. Да, вот если в таком написании мир, то это как дружба, да, дружбе. Да, что же здесь происходит? Здесь свеча жизни на поте родовой памяти, она осваивает азы. Да, осваивает азы своим мышлением для того, чтобы грамотно строить реку времен своей мозговитостью. Вот это мозг головы, вегетативный мозг. Вот если человека мы в профиль посмотрим, это вот головной мозг и вегетативный мозг. Вот это иже, да, это фактор, это правая спираль. У нас вся жизнь строится по правой спирали. Вот, это свет движется по правой спирали. И если посмотреть вот ДНК или грамотно говорить фактор, то можно тоже увидеть правую спираль. И вот, то есть Дамир задействует душу, свое тело, он осваивает азы. Вот это аз, это такие как ребеночек в пеленочках с опорой на отцовское жизненное начало и женское жизненное начало, да, на материнское, отцовское, взращивает дитя. То есть изучает азы, что-то новое. Он обретает своей душой, телом, да, какие-то новые качества своего мышления. Далее. Соответственно, какие-то, может быть, новые знания получает для того, чтобы вот своим мышлением уже дальше, вот зная азы, он своим мышлением строит жизнь, да, и тем самым, ну, восходит, это еще можно сказать, семя древа мысленно, да, вот если вот семя посеяно, да, божественными системами, да, и вот оно прорастает, прорастание семени древа мысленно. Если мы вот такую с вами запись посмотрим, да, тут уже вот это ма, если мы вот такой значок, то это прочтение из будущего, то есть ма мы читаем как ам, то есть это призыв десятитысячемерия из будущего, то есть Дамир, он вот свою свечу, жизнеогонь на поде родовой памяти, вот и вот обратите внимание, да, вот у нас свеча жизнеогонь на поде родовой памяти, под родовой памяти это то, что поддерживает горение вот нашей свечи, нашего жизни огня, и он, вот это вот горение, поддерживает обоснование вот биоэнергоостого человека, креста. И вот здесь вот он такой десятиконечный грамотный крест. Поэтому это не религиозное понятие, это биоэнергоостов, разумоносца, да, то есть человека. И вот здесь вот мы видим в нем вот этот крест Ма. Вот он Ма, если человек руки в стороны, то вот он крест Ма. То есть это возможность уже обращаться, оперировать 10-тысячемерными объектами. Это уже возможность воспроизводить живые биосистемы. То есть вот своими наработками, вот своей свечой жизни человек, Дамир, он призывает вот это 10-тысячемерие из будущего для того, чтобы обобщив все лучшее, зайти концентратами жизни начала, да, потому что, ну, воспроизводится живая система, это, конечно, задействие мужское и женское жизни начала, когда две точки, то есть это либ ух концентраты, если современно, YX хромосома. Если, соответственно, вот так вот мы посмотрим, да, то это будет ук, это знание мужества, и хер, буква, знак женского жизни начала, ук. Вот это знание мужества, это знак мужского жизни начала. Вот, то есть он уже задействует, да, свой жизнеогнен через призыв 10-тысячемерия из будущего. Он обобщает для того, чтобы обобщить все лучше, взойти концентратами жизни начала. То есть о восхождении концентратами, да, то есть это посев всего лучшего. То есть для этого уже посев живых систем. А для этого нужно вот ма призвать из будущего. Вот такой Дамир, очень интересно. Дамиру, то есть он вообще мир устраивает, да, жизнеустроитель. И если мы посмотрим, вот это еще тоже очень интересная надпись, запись, то здесь вот уже у жизни кола, у жизни огня, вот это, кстати говоря, вот кола, да, и вот это кола, да, то есть это у нас биомембрана, это то, что нас защищает, это, можно сказать, наша аура. И вот поддерживает для того, чтобы человек был здравый, имел здравую ауру, но она больше имеет такой, как яичко, только тупым концом кверху. Вот, и... Да, здесь вот под составляет три третюшки. Это растительный мир, животный мир и предковый мир. И вот здесь уже свеча жизни, видите, она обретает А-глубинное. То есть вот оно А-глубинное. То есть это какие-то новые качества. То есть она уже готова восходить к чему-то новому, на какую-то следующую ступень. Вот это вот система. А через что? Через посев. Да, имовостная система через посев детей Божьих. Потому что вот это мы знаем, есть система им.
Да, то есть это четырехединство духа, душа, тела и плоти. Здесь это идет посев. Да, это возможность, обретение возможности уже действовать четырехедино. Дух, душа, тело и плоть. Для того, чтобы возвышать человечность. Вот есть буква люди. Вот и когда в людях вот это вот отцовское начало, опора, да, отцовская, вот это на материнское, и вот это вот, да, это уже деть, концентрат всего лучшего от отцовского и материнского. И вот здесь, когда отцовское жизненачало, видите, обретает такую справнославную поддержку, то идет восхождение рода, восхождение человечности, возвышение человечности. То есть, таким образом, вот для чего Дамир, да, вот здесь нарабатывает качество своей душевности, своего тела для того, чтобы возвысить человечность, для того, чтобы род получил какой-то новый толчок, да, новое такое движение, восхождение, да, какими-то новыми качествами. И уже это осуществляется именно четырехедино. То есть вот уже аспода, мы уже говорили, душа-тело, но ведь аспода может быть фетизирована, то есть туда уже вписано еще и духовно плотьевая составляющая, вот это духовная сверху, верхний огурчик, и плотьевая часть, вот нижний огурчик. Вот таким образом еще идет восхождение. Вот такое мощное имя Дамир. Такие вот задачи Дамир решает. Вот. И, пожалуйста, какое вот вам ближе расшифровка, то, соответственно, и то мы только с вами прикоснулись к пониманию этого имени, к его задачам. Да, поэтому главная действующая сила у Дамира — это его жизнеогонь, его душевность, его тело, то есть он активный, деятельный человек. И, соответственно, он уже в дальнейшем обретать, может обрести уже свою целостную биоструктуру, ее наработать. Для этого все есть, для того, чтобы уже возвышать человечество, для того, чтобы восходить. И все вот здесь вот мы видим, это разные способы. Вот такая интересная система. Вот. Поэтому спасибо за внимание. Всем Дамирам большой-большой привет. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.